Шалом, шалом. На этот раз мы разберем молитву, которая направлена против изменников, еретиков, апикоросов. Мы впервые встречаем молитву, которая она отрицательная, негативная. Да, пока что мы были такими позитивчиками, все просили положительно, хорошо. А теперь мы как бы анти немножко, да? Просим, чтобы не было чего-то. Обычно мы пытаемся быть позитивными, но когда имеем дело с разными там злодеями, да, нечестивцами, то приходится быть негативным и приходится бить даже иногда. Теперь надо объяснить вот эти вот термины, да, изменники, еретики, эпикуросы. Было бы неплохо это понять, но если мы начнем этим заниматься сейчас, то непонятно, как закончим, поэтому давайте сначала посмотрим на слово молитва, а потом будем уже разбираться. Только скажу, что с точки зрения исторической, хронологической, молитва эта была составлена позже всех остальных молитв. Уже была молитва Шмонайсре, в ней был уже Шмонайсре, брахот, 18 брахот, а потом уже позже добавили 19-ю, вот эту самую 19-ю браху. Но название осталось Шмонайсре, 18, но в ней есть 19 брахот. И дальше будет понятно, почему именно в этом месте ее поместили после правосудия. Рамбам пишет, что необходимость этой брахи, она высока, велика, намного больше, чем других брахот, других молитв. Это очень-очень важная молитва. И в Зоре объясняется, что эта молитва, она как пик на центральном молитве, и она находится посредине молитвы Амида. Ну, давайте почитаем эту молитву. Велемальшиним альти тиква. Вхолеменим כרגע יובדו. וכל אויבי עמך מהרה יקרסו. והזידים מהרה תעקר ושישבר ושמגר ושיחלם. ושישפלם ושכניהם במהרה וימים, בימים. ברוך אתה. השם שובר אויבים ומכניע זידים. Как обычно, много слов непонятных. Будем разбираться. Сначала просто как лингвисты разберем слова. С самого начала начинается... Опять необычно. Начинается с буквы ВАВ. Велемальшиним. Такого мы еще не видели. Из того ни сего В. В это как бы И, да? Велемальшиним альти тиква. Ну, может быть, это В, оно связывает эту молитву с молитвой предыдущей. Мы говорили про Шофтим и Йоацим, прошлую молитву, чтобы у нас были хорошие, праведные судьи и правители. А вот у доносчиков и у разных там... других злодеев, пусть не будет надежды. Тут я вот читаю: доносчики, преступники, враги и так далее. Да, вот у них пусть не будет надежды. Теперь пусть не будет надежды, написано, да не будет надежды. Написано на иврите, давайте посмотрим на слова, написано на иврите «аль-ти-и-ти-ква». Тоже формулировка необычная. По-простому мы бы сказали «Лотиетиква», а тут «Альтиетиква». «Аль» — это как будто повеление, как будто мы обращаемся к самой надежде, да, то есть надежда, не будь у них, у этих доносчиков. И вопрос возникает вообще, какая у них надежда, то есть на что они вообще надеются, эти доносчики, на что они надеются. Они докладывают властям на евреев. И на что надеются? Они надеются, что им будет от этого какая-то выгода. Потому что зачем они делают, непонятно. Ну, допустим, евреи не кушают хлеб в Песах. Хлеб не кушают. Кушают мацу. Ну, чем тебе это мешает? У тебя будет больше хлеба. Зачем нужно это докладывать? Да. Или человек делает, еврей делает обрезание. Он же не тебе и режет. Он же режет своему ребенку. Что тебе болит? И еврей повесил мизузу. Мизуза висит. Ну, что, это некрасиво? То есть зачем нужно докладывать властям на то, что делают евреи? Непонятно. А объяснение такое, что ищут какую-то выгоду, они надеются, надежда, есть надежда у них, надежда, что за счет этого они приблизятся как бы к властям. И поэтому пользуются разными такими способами, подлизыванием, разными методами популистическими и так далее. Ну, а мы просто этого не работало. Если это не будет работать, если не будет этой надежды, да, то нет, не будет смысла докладывать властям. Интересно, что в Нусах Ашкинас, молитва Нусах Ашкинас, там есть другая немножко формулировка. Там еще есть такая вставка,
Выходит Ша'а Карега Таувед. Проверьте Сидур Ашкенаски, написано Выходит Ша'а Карега Таувед. Пусть исчезнет Раша'а. А Раша'а это как бы, ну как, зло. Да, пусть зло исчезнет. То есть мы не просим, чтобы злодеи исчезли. Злодеи лучше пусть они исправятся. Пусть не исчезают, пусть лучше исправятся. А вот само зло, оно пусть оно исчезнет. И дальше мы идем мельчиним, дальше написано миним. У нас в тексте, видите, я выделил это другим цветом. Вот эти вот мельчиним, миним, ойвим, заедим. Есть такие четыре. Нусах Эдот Мизрах, другой нусах Эдот Мизрах, там есть шесть. Там еще есть суним, да, ойвим ха Исраэль есть. Там есть всего шесть. Это почему шесть? Потому что есть у нас шесть дней в неделе. Каждый день кто-то нам насаждает. Но хотя бы в шаббат, седьмой день, в шаббат. Шаббат Минуха, да, Шаббат Шалом, Шаббат хотя бы нам не мешают. А так каждый день есть кому помешать. Мальчиним, мы сказали, мальчиним – это доносчики. И миним, уже труднее понять, сейчас им придется переключиться с лингвистов на историков и понять, о чем же идет речь. То есть давайте сделаем такое вступление, более обширное историческое. То есть эта молитва, она была составлена в III веке. В III веке начали появляться много разных ответвлений и развиваться разные секты религиозные, философские в Греции. Да, это вот такой мир, он вдруг начал как бы так сказать, я не знаю, как это объяснить. Короче, лезть в стороны, да, каждый полез в свою сторону. Да, до этого было как бы все ограничено, понятно, более-менее, да. Или ты веришь в Бога, или ты занимаешься непонятно чем, идолопоклонство. А тут начались разные смеси, и пошло-поехало. Началось христианство, потом раннее христианство, оно перешло, появились смеси между христианством и буддизмом, и что только не появилось. И один из этих, значит, один из этих вот проявлений, это называется миним. Да? Есть разные вещи, что такое миним. Первые несколько из них. Что такое миним, как это объясняется? Как это объясняется? Либо это апикорсы, если такое объяснение, что миним – это апикорос. Кто такое? Кто такие апикорсы? Апикорсы, значит, берут начало из Греции, был такой философ Апикорос. Он, как бы, будучи правильным греком, верил, конечно, что есть боги. Но что? Он утверждает, что эти боги эти, они на меня никак не влияют, у меня с ними нет никаких отношений. Так, они пассивны, как бы так. Боги, они пассивные, меня это не касается. Как он до такого дошел умозаключения, наверное, так чувствовал, да? То есть человек, у которого нет на самом деле связи с Творцом, нет связи с Творцом, то, что он чувствует? Он чувствует, что Бог ему как-никак носится, он его называет пассивным, я активным, пассивный и так далее. А как это случилось? Случилось очень просто, что связь с Творцом потерялась. Почему связь потерялась? Потому что, когда нет мицвот, связь теряется, связь это мицва, да? Если хочешь связи с Творцом, то нужно, как бы так сказать, создать, как есть телефон, как будто позвони, нужно знать номер, если ты хочешь с кем-то связаться, нужно знать номер. Номер есть, есть телефонная книга, Тора, Талмуд, там есть все номера, как, что связываться, все написано. Не понимаешь, спроси. Да? Но люди не хотят, и получается, что есть какой-то разрыв, нету связи, и тогда получаются разные идеологии, секты, религии и философии. Это то, что происходило в III веке. Появилась другая вещь, кроме этого, кроме апикорса, появились еще такая секта называлась манихейство. Поэтому миним, вот это вот слово миним, мемнун, да, мин, был такой это мани, мыслитель, он был христианином, потом перешел в буддизм, и это что там накрутил. У него было темно в глазах, не знаю почему. Он решил, что, конечно, есть Бог, конечно, но есть еще другие силы, черные силы, есть черные силы, есть черные силы, они не подчинены Творцу, у них есть свой такой черный бог, как бы, да, они сами правят миром. Вот такая была такая вот идея, да. Его звали Сураик, его звали. Секта такая, да, она потом развивалась, потом ее стали все уже называть не религией, а ересью и так далее. Но вот, но они, все эти секты, да, и эпикоросы, и все эти, и монахейство, и все, они досаждали евреям. Почему? Потому что они видели в евреях как бы своих конкурентов, да, то есть знали, что это правда, а правда глаза колет, и все пытались как бы угнетать евреев не просто на уровне идеологическом, а конкретно людей, которые несли в себе
еще Тору, да, и жили по Торе, они конкретно их пытались угнетать и даже истреблять. И, разумеется, пропагандировали свои взгляды. Все эти секты, они делали пропаганду, использовали связи с римлянами и травили евреев. И вот именно эта молитва, она была составлена в тот период, и просьба, да, чтобы у этих всех этих эпикорсим и мальчиним, доносчиков, миним, у них, чтобы не было надежды, все сказано применим, как мы сказали применим, да, там было миним, карега, я веду. Вот сейчас пусть они будут, я веду, да, слово или об этом теряться, пусть они будут потеряны, пусть они исчезнут. Бехоль ойвей амха миграй карету. Есть еще много-много разных других врагов. Бехоль ойвей амха миграй карету. Все враги народа твоего, как можно быстрее, пусть они и карету. Слово карет мы знаем. Карет — это как бы отсечь, отрубить ветвь от дерева. Да, и тогда у нее будет связи с корнями, и тогда она засохнет и исчезнет. Это то, что мы просим. И дальше продолжается. Вазейдим мегера. Теперь это еще одна категория. Зейдим. Тоже опять-таки быстро. То есть много очень мегера, мегера, мегера. Тоже все не случайно. На самом деле, чтобы все было быстрее. Вазейдим мегера. Четыре глагола. Теакер, утишабер, утимагер, утихалем. Есть продолжение. Утишпилем, утихнием. Я хочу эти четыре разобрать. Все четыре, они очень, видите, созвучны. Теакер, тишабер, тимагер, утихалем. На самом деле они все относятся к одному семейству глаголов, к одному биньяну, да, какой-то биньян. Пиэль, да, теакер, лаакер, тепиэль, тишабер, лешабер, шибер, пиэль, тимагер, лемагер, тихалем, лехалем. Теперь, Техалем, это он отличается, там мем в конце. Это Техалео там, это уже относится ко второй группе. Но тоже пиэль, это все пиэль. Теперь пиэль, в чем его особенность, пиэля? Пиэль — это глагол, он очень активный, да, активнее, чем пааль, и он показывает на действие, которое сделано силой. То есть если лишбор это разбить, лишбор это просто разбить, можно даже случайно что-то упало, разбилось, это... разбилось, может быть, случайно. А вот лишабер – это не случайно. Это намеренно, это с силой. И поэтому, используя все эти глаголы в пиэле, мы просим у Ашема, чтобы он всех этих заедим, он их всех, чтобы, по-простому говоря, уничтожил. Давайте попробуем разобрать каждый глагол отдельно, в чем его смысл. Давайте вернемся к этому списку глаголов. Да, что означает каждый из них. Значит, теакер, как дерево, лаакор, как дерево, вырвать дерево из земли. Лаакор, да, теакер, вырви. С корнем, да, но этого недостаточно, потому что дерево может снова дать ростки, даже из ствола. Поэтому нужно дерево это разломать на кусочки, распилить. Тешабер, лишбор, тешабер. Да, и дальше нужно его темагер. Темагер, это тоже как бы, как сказать, ашпала, леопиль, да, то есть стереть с землей, как бы так, да, на мелкие кусочки стереть с землей. Ве, это вот, и техалем, это лехалем, это, как мы говорили, вейхулю, ашамай варит, это конец, то есть прикончи их. Техалем, техалем, вот там, прикончи их. И дальше я продолжаю список этих глаголов, этих действий, что мы просим, чтобы было зедим. Ве ташпилем, ве тахнием. Бемира ваямину. Быстрее в наши дни. Ташпилем ватехнием. Ляшпиль и ляхния. Когда кто-то сдается, он как бы нихна. Да? А шапель тоже такой приниж. То есть принизь их, пусть они сдадутся. Ну, конечно же, вопрос возникает, правильно? Если мы этих заедим, мы их уже стерли с земли. И стерли вместе с землей и так далее, то зачем их теперь нужно принижать? Тахнием и тешпилем, тешпилем и тахнием. Как это может быть? Чтобы это понять, придется поглубже копнуть. Смотрите,
еще более обширный обзор этой молитвы. Кто ее сочинил, эту молитву? Мы говорили, что все молитвы были сочинены Анчакнесте Гдуля, потом их упорядочили, Шимон Фукули, он их упорядочил. Потом, во время Раван Гамлиэля, второго Раван Гамлиэля, была ситуация, то, что мы описали, что появилась куча разных сект, антиеврейских, скажем так, и появилась необходимость в новой молитве. Раньше не было необходимости в этой молитве, но она появилась, и до сих пор есть необходимость в этой молитве, как сказали Рамбам, сказал, что это очень важная молитва, в наше время очень важная молитва. И Раван Гамлиэль сказал, кто может сделать молитву против Мельчиним, Именим, всех, кто мы сказали, всех этих врагов. Сам он чувствовал, что он не мог сделать эту молитву. И встал некто, его назвали Шмуэля Катан, он сказал, я попробую. Шмуэля Катан, это все описывается в Масахет Брахот, Тамуд Бавли, Масахет Брахот, Дав Кавбет, Амудбет внизу. Шмуэля Катан сказал, я могу. Катан маленький, да маленький Шмуэль. Это маленькому Шмуэлю было по книге Седер Дорот 90 лет. Да, не такой уж маленький, 90-летний праведник, мудрец большой, очень высоком уровне. И он составил такую молитву, чтобы она была актуальна на все времена. Это очень трудно сделать. Чтобы она внесла в себе смыслы, которые не просто укладываются, которые, то есть мы читаем эту молитву, нам видим слова, что-то понимаем, но смысл этой молитвы, он намного шире, да, и глубже, чем мы, нам кажется по словам и по предложениям. Я дам несколько примеров тому, как за словами скрывается смысл, который нам не виден с первого взгляда. Пример первый. Допустим, все знают слово «Адам». Адам – это человек. Да, пишется «Алев Далит Мем». Но у каждой буквы в иврите есть часть открытая, есть часть скрытая. Буква «Алев», ее открытая часть – это буква «Алев». Буква «Алев» – открытая часть буквы. Но я говорю «Алев» и пишу «Алев». «Алев» – это «Алев», «Ламет Пэй». Есть «Ламет Пэй». «Ламет Пэй» – это скрытая часть «Алев». То есть буква «Алев», ее открытая часть – это «Алев», а скрытая часть – это «Ламет Пэй». Допустим, давайте, если это на картинке, есть картинка такая со словом «Адам». Следующая картинка. Дальше «Далет», буква «Далет». Да? «Далет» – это открытая часть буквы «Далет», а «Ламет Тет» – это скрытая часть ее. Да, видно пока на картинке. Мем, тоже есть мем открытая, а за мем скрывается еще мем. Мы же говорим мем, скрывается еще одна мем за мем. Получается Адам, алев далет мем, но есть скрытая часть слова Адам. Это мы ее не видим, мы ее слышим, мы можем ее написать, и тогда понять, что скрывается словом Адам. Так, что скрывается словом Адам? Ламет пей, ламет тет, мем. Эти буквы, они образуют слово митпалель. Митпалель. Можно нажать на кнопку и увидим дальше слово «митпалель». То есть, да, «адам» и «ламет пэ», «ламет тет», «мэм» – это будет слово «митпалель». Да? То есть, смысл внутренний человека – это «митпалель», «адам митпалель», «адам молится». Да? Иначе, если человек не молится, то он ближе к животным, чем к человеку. Есть иерархия. И чтобы быть Адам, который выше животного, для этого будет необходимо литпалель, молиться и учить Тору. Без этого ситуация плачевная. Это один пример, когда скрывается за словами что-то, что мы не видим. А что касается нашей молитвы, что скрывается за ней? Не только слова, а даже, мы говорили, количество букв, количество слов тоже на что-то нам намекает. Поэтому необходим был человек очень большого полета, как Шмуэля Катан. Катан – это он, понятно, что Катан, да, то есть как Моше Рабейну, тоже самый скромный. Катан – это значит скромный. Моше Рабейну – самый скромный светоч, гигант. Тот самый Шмуэля Катан. И он составил молитву, и в ней 30 слов. Или 31 слово, есть разные вариации. Но говорят комментаторы, 31 слово. Почему 31? Книга Йошуа описывает нам, как пришел Йошуа в землю Израиля, и он выгнал оттуда всех царей, которые были в земле Израиля. Малахей Кнаан, земля Кнаана, и сколько их было? 31. Или 30, тоже вопрос, спор. Но, да, эта цифра, она, цифра слов в молитве, она была направлена как к царям, князям земли Кнаана. Да? Они все правили одновременно. То есть был Мелех Иерушалаим,
Мелех Хеврон, Мелех Иерихо. У каждого такого местечка, да, был свой наместник, свой князь, свой царь. И пришел Йошуа и всех их прогнал. И именно они и были ойвим. Именно были ойвим. Теперь, секундочку. Когда был Йошуа и когда был Рабан Гамлиэль II? Разница примерно 1500 лет. Так почему он в этой молитве он упомянул времена Йошуа? Как мы сказали, что молитва должна быть актуальна на все времена. И помимо того, что мы видим врагов в этом мире физическом, есть враги в высших мирах, да? Все эти князи, все эти цари до наших времен, есть эти враги, они общие, их название Амалек. Амалек. Кто был Амалеком? Самым таким ярким Амалеком был Аман. Что мы видим в Амане? Аман, как пишется Аман, Гей Мем Нун. Гей, мем, нун. Каждая из этих букв, она очень интересная. Гей, если мы там напишем как скрытую часть гей, тоже будет гей. Да, скрытая и скрытая одна и то же. Мем, амман, мем, тоже мем, мем, нун, опять два раза нун. То есть мы видим, что в Амане, в этом Амалеке скрывает еще один Амалек. Это не просто убил Амалека и все. Нет, есть высшие миры. То есть как это всадник и конь. Когда мы на войне воюем, мы убиваем коней. Но всадника, чтобы убить, надо больше стараться, это духовные силы. Это то, что значит, имелось в виду в этой молитве. Я еще дам несколько примеров интересных, когда что-то скрывается за словами. Вообще, вот мы сказали Адам, да? Адам, можно сказать Кушию. Я все так это распыляю, так красиво объясняю, но тот-то вздумается. Может спросить, секундочку. Написано в Торе, да, что Адам, хорошо, Митпалель, почему назвали Адам? Написано в Торе, прямым текстом, он сделан из Адама, земля. Он сделан из земли. Его назвали Адам, и он сделал из земли. Но написано также, что все животные были сделаны из земли. Ну, птицы там были сделаны, скажем, из какой-то там трясины, болота, да, смесь воды и землей. Но животные были сделаны из земли. Однако только человек назвали Адам. Других животных по-другому называли. Например, Арье. Арье, лев. Арье, алиф, рейш, ют, гей. Это буквы ир-а, пахот, страх. То есть Арье, он когда злится, он страшный. Его все боятся. Или это человек так его назвал. Он понял, что это страшное животное. Или нахаш, змея. Почему назвали нахаш? Нахаш – это змея. Нахаш. То есть змея – это как бы нахаш, это как бы нахаш. На это движение хаш это чувствует. Змея чувствует, кстати, от земли. Змея чувствует от земли то, что двигается. На движение движется. Хаш она чувствует. У нее нет ушей, зрение так себе. Очки нужно взять у кобры, это очкастые. Ей нужны очки. Она не видит, она не слышит, но она чувствует. Как она чувствует? У нее есть там внутри уха, она чувствует вибрацию земли или языком, неважно. Но она чувствует то, что движется. То, что не движется, она это не увидит, она это не почувствует, змея. Тот, кто хочет от змеи убежать, пусть лучше не двигается, змея его может не заметить. Да, не двигаться, лучше не дышать, да? Змея не заметит. Она еще тепло чувствует. И запахи, так что не так уж просто. Но принцип такой, что то, что двигается, она моментально замечает, так она хватает добычу. Так это все отражается в имени, на хаш. Да? Но человек назван Адама, из земли. Все были сделаны из земли. Так почему у них там мы ищем на хаш арье, а именно человек, который самое высокоразвитое животное, правильно? Вот, так говорят. Именно его назвали земля. Есть очень красивое объяснение, почему Адам это называется Адам, потому что земля – это почва. Почва, она растит. Как говорится, то посеешь, то и пожнешь. Да? Человек, он как почва, он как земля. Он хочет быть хорошим человеком, правильным человеком, честным человеком. Он может это сделать. Есть такая возможность. Он должен себя посеять. Да, это вот эти хорошие качества, он будет хорошим. Он может быть злодеем, может быть плохим, злым и так далее. Смотри, что он себя посеет. Поэтому Адам называется от слова Адама. Другие животные, они не так. Другие животные, Арье, он страшный. То есть у них эти качества, они уже вложены, они не могут это менять, они не могут выбирать. Человек, он может выбирать. И человек, еще скажет, что он властвует над всеми животными. Ну, что это значит? Это значит, что у него есть внутри качества разных животных. Он может быть и страшным. Он может и чувствовать, он может быть и трусом, как, типа заяц и так далее. Есть разные качества, он должен шлишлот, он должен править над этими эти качествами. Мы немножко отвлеклись. Но все это было для того, чтобы объяснить, вернемся к тексту молитвы,
почему после того, как мы сказали, что мы стерли или хотим стереть этих заедим, мы просим, чтобы они еще были принижены. Объяснение такое, как мы сказали, что мы видим, что есть 30 слов в этой молитве, да, и есть 31 сила, не только Кнаан, Мальхей Кнаан, которые отражали силу здесь, в земле, а есть 31 сила Амалека наверху, да, и мы тоже хотим с ней бороться. И недостаточно стереть врагов здесь, нужно также стереть врагов в высших мирах. И молитва направлена на это. То есть, когда мы молимся, мы должны иметь в виду, что мы молимся не просто как бы тексту, что мы понимаем. Мы должны иметь в виду, что за ним есть что-то еще, то, что, может быть, не в конце не полностью понимаем. Надо это иметь в виду, и тогда молитва, она влияет и стреляет туда, и поражает врагов там. Теперь, кто такие Эзедим? В чем разница между Увим и Эзедим? Есть молитва... Про Эзедим сказано «Теакеру, тешаберу, темагеру, техелем». Это шпилем, технием, бемира, баямину. Это заедим. Да? И дальше сказано Баруха Таашем, шовер ойвим, умахния заедим. Смотрите, враги это ойвим, а заедим это ненавистники. Заедим они больше вредят, чем ойвим. Почему? Оев он враг. Да, есть два государства, они между собой как сказать, враждуют, они враги. Но они враги, друг другу в гости не ходят, но ничего не делают. То есть просто враждуют, два врага, да, и есть между ними такое напряжение какое-то, да, неприятная ситуация, но они друг друга не трогают. Они враги, друг друга не трогают. Но заедим они вредят. Заедим они вредят. Поэтому заедим нам отношение другое. Поэтому про заедим сказано так много глаголов, то, что с ними нужно сделать. Это заедим. Это разница между ойвим и заедим. Поэтому у заедим нужно подавить их дух. Да? У них корень более сильный наверху, нужно их дух подавить, не просто их лишбор. Шовер ойвим, умахне заедим, мы говорим в конце, да? В самом конце Баруха Таашем, шовер ойвим. Врага ты его сломал, все. А заедим нужно ляхне, как мы сказали, ляхне. Не просто его, но его дух нужно тоже ляхне. Итак, сделаем заключение. Эта молитва была включена в Шмона Эсре для того, чтобы предупредить о опасности сектантов. Я вам процитирую цитату из Сидура Арат Скролл. Там говорится так, важная вещь говорится так. Я читаю. Несмотря на то, что сегодня в еврейском народе этих сект не существует, помните, эпикурс им, разные там... Маним, монахейство разное, их не существует в наше время. Есть эпикурсы на самом деле. Это еще одна важная тема. Но тут я скажу, что они уже не такие яркие, они уже. Сейчас наоборот, сейчас как бы евреев, как бы, так сказать, модно быть евреем, как-то, да. Секты этих нет. Но благословение осталось в Сидуре, и оно актуально. Мы говорим и сейчас. Ведь есть еще среди нас неверующие и еретики, которые пытаются помешать нам передать грядущим поколениям духовное наследие. Так написано в Сидуре Арат Скролл. Тут имеется в виду интересная вещь. Имеется в виду, что кто эти вот эти вот доносчики, кто это? Это сами евреи. Да, то есть это не какие-то внешние враги. Эта браха, она направлена на несколько направлений. Это мы сказали, это Амалек, это враги внешние, это царь, это князи Кнаана, которые были, и так далее. Но также это имеется в виду доносчики из самого народа Израиля. Да? Эти мальчины имеются в виду. Как первые христиане, которые были евреи, и они докладывали властям. И вот с ними тоже мы боремся. Сказано, то есть тут такая ситуация получается, как сказать, неприятная, да, что мы говорим про евреев, что они сами доносчики, и в наше время такие есть, мы говорим. Надо тут отметить очень важный момент, что очень часто речь идет о понятии тенокшенишба. То есть это еврей, но он еврей, и он как бы так получилось, что он как бы на самом деле попал в такую ситуацию, как Маугли такой, да, Маугли, который
вырос в лесу, и он как бы без понятия, он не знает, что как, и он ведет себя как, немножко как в джунглях, и поэтому он как бы в своих видит не своих. Такая образовалась ситуация, поэтому таких людей мы не подводим под категорию как апикорсы, какие-то философы, которые так вот рассуждают, и какие-то сектанты, которые настроены против евреев. А настрой против евреев религиозных, может быть, и существует, но это по другой причине. Да? То есть как ребенок, который попал в плен, жил в плену, да, и воспитывался по понятиям плена. Да, здесь остановимся и в следующий раз продолжим, да, Ташем, и, может быть, упомянем то, что мы сегодня не успели. Последняя вещь, скажу, эта бараха, она по счету 12-я. 12-я бараха. И у нас есть 12 колен. Это говорит о том, что каждый из нас, каждое колено должно выполнять свою работу, свою функцию в борьбе с недругами, и чтобы в конце мы смогли победить. Всего хорошего, всего наилучшего.